Долгожданный подарок. Владимир Киселев подарил многодетной семье из Александрова прогулочную коляску. В декабре прошлого года у Никитиных родилась тройня. Достать в России коляску сразу для троих малышей – задача не из легких. Заказ спикера Заксобрания был выполнен в Италии. Родители отмечают, коляска легко разбирается, а сиденье можно использовать как автокресло. Кстати, председатель местного ТСЖ уже выделил счастливому семейству место для хранения прогулочного транспорта. На улице весна, хочется гулять. И до этого времени мы гуляли на балконе, вот так как не было возможности выйти на большой коляске погулять. Но хорошо, что нашлись очень добрые люди в лице Владимира Николаевича Киселева, который решил эту проблему, подарив нам коляску.